Собака-обнимака. Благотворительная ярмарка бездомных собак под таким названием пройдет 22 февраля в столичном торговом центре «Мегамолл». С 12 до 18 часов обитатели пункта передержки будут ждать своих потенциальных хозяев. Даже так мы можем, даже так. Эту собаку зовут Эльма. Когда ее нашли, она была в ужасном состоянии. У нее оказались перебиты лапы, одну так и не удалось сохранить. Но собака как будто и не замечает своей особенности. Она активная и жизнерадостная. Только вот по-прежнему живет в пункте передержки, как и другие обитатели приюта. Сейчас их более 450. В основном здесь домашние собаки, которых выбросили хозяева. Она считает, что она самая счастливая собака на свете, потому что столько любви и ласки, сколько она получает сейчас, она, наверное, не получала, может, в своей жизни. С другой стороны, да, мы вот призываем к тому, уберите вот ее, она очень воспитанная, она очень хорошая. Мы уже вроде цивилизованные люди, поэтому должны уже более цивилизованно относиться к тому, кто рядом с нами, и, соответственно, понимать, что собака требует той же заботы, любви, ну и, во всяком случае, она доверяет и дружит с вами, значит, соответственно, нужно доверять и дружить с собакой. У пса по имени Берн тоже печальная история. Он появился в пункте передержки прошлой зимой. Его нашли лежащим на снегу у дороги. Берн был ранен. Его спасли. Теперь пес мечтает найти семью. Так что если вы давно хотели обзавестись четвероногим другом, но не знали, где его найти, такая ярмарка для вас. Благотворительная акция проходит на цокольном этаже Мегамолла. Вход на ярмарку свободный. Если нет возможности приютить животное, но вы хотите помочь, приносите сухие влажные корма, крупы, консервы, поводки, ошейники. Ветпрепараты. Здесь будут рады любому участию. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика.